Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной Александр Лифенцев, представитель Минпромторга России. Здравствуйте. Да, Сергей, добрый день. Подскажите, пожалуйста, у вас была интересная бизнес-сессия. Расскажите, какие вопросы на ней поднимались, что интересного было? Мы только что провели достаточно долгую такую содержательную сессию совместно с Союзом рынков России. Там были представители как органов государственной власти регионов, то есть это были руководители министерств, департаментов, которые отвечают за потребительский рынок, и представители бизнеса, непосредственные владельцы розничных оптовых рынков, представители ассоциаций, которые продвигают интересы рыночников, давайте так это назовем, хотя ничего в этом плохого в этом слове нет. Обсуждали развитие оптовых розничных рынков в России. Это, на наш взгляд, на взгляд министерства, формат, который заслуживает отдельного внимания. Хотя мы говорим, что все форматы торговли должны развиваться. Рынки — это, я здесь даже больше от себя, наверное, скажу, потому что это мой, ну, действительно любимый формат. Когда я прихожу на розничный рынок, я, например, нахожусь в плохом настроении, в плохом расположении духа. Такое бывает редко, но бывает. И прихожу, ты пообщаешься с одним торговцем, там у него купишь овощей, пообщаешься с другим, ты с ним, это досуг, это определенное такое состояние души, и я знаю, что у многих людей происходит то же самое. Но, к сожалению, в этом формате длительное уже время происходят не очень хорошие сдвиги, тренд не очень хороший. Поскольку, ну, давайте просто представим, в 2007 году было на всю страну 6500 рынков, сейчас их уже меньше 1000. И во многом это происходит из-за того, что в 2007 году был принят закон о розничных рынках 271, который установил, ну, на наш взгляд, излишне суровые жесткие условия для функционирования рынков. У торгового комплекса, у торгового центра таких нет требований, нет такой ответственности, мер ответственности, нет таких обязанностей, как управляющие рынками компании. И вот, к сожалению, все так произошло. Не все эти рынки закрылись, кто-то решил уйти из правового регулирования. И мы пытаемся переломить эту ситуацию, не только сохранить то количество рынков, которое функционирует сейчас, но и обеспечить стимул для того, чтобы количество росло и, возможно, достигло даже тех значений, которые были. Для этого у нас разработан законопроект, мы как министерство здесь ответственны, он находится на финальной стадии. Нам кажется, что это поможет сдвинуть ситуацию с точки. Ну а вообще сессия прошла замечательно, 3 часа мы разговаривали, в конце были вопросы, это значит, что это людям интересно. Хочется сказать, что вы рассказали про поход на продуктовый рынок, как будто это настоящий шопинг. Можно закупаться ненужными, может быть, порой вещами, а можно покупать огурчики, помидорчики, клубнику и при этом повышать себе настроение общением с продавцами. И вернем эту культуру к нам поскорее, пусть рынков будет больше. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что ваше министерство тоже не оставит конечного покупателя без такого прекрасного времяпрепровождения. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, Сергей.